Московской областной думе в октябре исполнилось 25 лет. В честь этого события в Красногорске появилась новая аллея. Открывая мероприятие, заместитель председателя Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Лариса Лазутина отметила, что 25-летний юбилей – прекрасная возможность принять участие в озеленении города. Народные избранники решили посадить каштаны. Ровно 25 деревьев появились на подмосковном бульваре. Поддержал мероприятие член фракции «Единая Россия» Дмитрий Голубков. На своей странице в Инстаграм народный избранник прокомментировал события так. Уверен, что аллея будет радовать своим видом жителей и гостей Красногорска еще многие годы. После высадки деревьев на новой аллее появилась и памятная табличка Московской областной думы.